кафедры в церкви задался вопрос: если сегодня Спаситель Христос взять свою церковь на землю придет, всех ли готовыми нас Он найдет? Тихо так стало в церковных рядах, кроме детей, что сидят на руках, и тишину нарушают при этом, словно их крик был бесспорным ответом. Те, кто не знают, что зло, что добро, зависти нет, не влечет серебро, те, в чьи сердца змеем грех не заполз, молвил о детях когда-то Христос, чтоб не стояли от Бога вдали, малых детей к Иисусу вели. Слушали люди из уст Его весть, что таковых Царство Божие есть. К нашим сердцам, христиане, вопрос: если сегодня Спаситель Христос взять свою церковь на землю придет, всех ли готовыми нас Он найдет? Колокол словно вопрос к нам звучит, громче пусть будет и пусть не молчит. Мы в тишине на вопрос не ответим, если не будем сердцами, как дети.